двухсимочный домашний планшет для простых задач. В этом видео поговорим о планшете Digma Play на 1596. Комплект поставки помимо самого планшета включает сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Перед нами недорогой пластиковый планшет с диагональю экрана 10 дюймов. Дисплей выполнен по технологии IPS, разрешение 1280 на 800 точек, а соотношение сторон 16 к 10. Такой экран наиболее удобен для просмотра видео, чтения документов, рисования и использования полноценных планшетных приложений в горизонтальной ориентации. Все порты находятся сверху. Это микро-USB для зарядки и мини-джек под наушники. Слот для карт памяти и двойной слот под сим-карты находятся под заглушкой, закрывающей часть задней панели в области камеры. Такое расположение портов делает более удобным использование планшета обеими руками. Провода не будут мешаться, если планшет находится на зарядке. Что касается камеры, то не ждите от нее многого. Разрешение 2 мегапикселей хватит для документов, но для чего-то иного его уже будет недостаточно. Фронтальная камера с разрешением в 0,3 мегапикселя пригодится для видеосвязи, но хорошего качества здесь тоже не ждите. За производительность планшета отвечает 8-ядерный чипсет Spreadtrum SC7731i, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутреннего хранилища. Этого будет достаточно для документов, простеньких программ или игр и просмотра видео в HD качестве. Батареи на 4700 мАч при таких скромных характеристиках хватит на день работы, если не нагружать планшет играми и постоянным просмотром видео. В противном случае можете рассчитывать на полдня. Таким образом, перед нами простой домашний планшет, производительности которого будет достаточно для просмотра видео, работы с документами или простых игр. Его также можно использовать для звонков благодаря поддержке двух сим-карт.